Вот прям сейчас, вот те самые люди, которые уже не первый год творят эту жару. Привет, с вами Темпо Трайб, с вами Даша Джаст, с вами Саша Плага, основатель Темпо Трайб, Руслан Гайбер и ваш покорнейший слуга MCB Кикер. Как дела, как говорится, как творим Hurricane, уже третий раз получается, да? Да, это мини-Hurricane, нам все очень сильно нравится, народу на танцполе дофига, поэтому да будет Hurricane много-много раз. Мне нравится все. Особенно выступления наших гостей. Это просто супер. Как вообще в планах? Куда дальше идем? Что вы будете делать? Дальше идем к светлому будущему хардкора, я думаю. Да. По поводу наших планов, мы, конечно, рассчитываем на то, что рано или поздно границы откроются. И мы сможем сделать что-то крупное, да, этой осенью. Да-да. Но если границы не откроются, мы все равно планируем делать что-то крупное. И мы планируем ориентироваться на хардкор Раша. Потому что я не знаю, как у них там дела будут. Друзья мои, на самом деле, хардкор Hurricane, третья пати, обалденно. Тусуйтесь здесь!